Здравствуйте, с вами «Звездный прогноз» на канале ЭНСК-49. Мудрецы говорят, тот, кому удастся узнать свой завтрашний день, будет спокойнее чувствовать себя в сегодняшнем. Так давайте узнаем, какое будущее приготовили нам звезды. Овны, не стоит сдерживать любовных эмоций. Звезды считают, что избранник должен знать о ваших чувствах. Тельцы, решившие сделать важный подарок, не должны рассчитывать на малые затраты. Широкие жесты дорогого стоят. Близнецам рекомендуется глобальная чистка мыслей. Избавляйтесь от всего бесполезного и освобождайте место для новых идей. Раки, события этого дня будут развиваться довольно стремительно. Хотите чего-то добиться, будьте готовы успевать за всем происходящим. Львы, не исключено, что ваши творческие задумки выльются в интересный проект. Дело осталось за малым – организовать правильную презентацию. Девы, подзорная труба сейчас вам ни к чему. Смотреть в будущее, а также строить новые планы будете позже. А пока наслаждайтесь субботним днем. Весов этот день может порадовать приятными новостями. Что же, праздник пришел и на вашу улицу. Скорпионам, чтобы достичь результата в делах, придется проявить свои лучшие качества. Главными из них будут внимательность и ответственность. Стрельцы, учиться никогда не поздно. Постарайтесь перенимать опыт у всех, кто встречается вам на пути. Козероги на собственном примере поймут, что искренняя улыбка творит чудеса. Хорошее настроение поможет вам расположить к себе кого угодно. Водолеи, этот спокойный день располагает к тому, чтобы заняться накопившимися бытовыми и хозяйственными делами. Рыбы, звезды разрешают вам ни в чем себе не отказывать. Финансовое положение позволяет вам приобрести то, о чем вы давно уже мечтали. На этом все. С вами была я, Яна Соловьева. Надейтесь на звезды и полагайтесь на себя.